Большая спасательная операция развернулась в Средиземном море. Сигнал СОС приняли корабли итальянской береговой охраны. В Сицилийском проливе моряки подняли на борт более 3000 нелегальных мигрантов. Контрабандисты пытались провести беженцев из Северной Африки в Европу на 7 небольших судах и 16 надувных лодках. В результате был многократный перегруз, плавание едва не закончилось трагедией. Спасенных доставили к европейскому берегу, в том числе на остров Лампедуза, где расположен самый большой лагерь для нелегалов. Беженцы продолжают прибывать и в Грецию, которую они считают еще одними воротами в Европу. Накануне берега острова Лесбос достигли лодки с несколькими сотнями мигрантов. Большинство переселенцев пытаются прорваться в Македонию и продолжат путь дальше, в более богатые страны ЕС.